И всем привет, вот мы вернулись в Resident Evil, пятую часть. Ну что ж, у меня как бы есть все эти вот, все части головоломки. Вставляем. Да что, будешь по одной вставлять? Ладно. Вставляй по одной. Ну да, контрольная точка появляется постоянно, все, открывайся. Входим. Так, сразу по сторонам зырим. Где что можно скоммуниздить. Ничего нельзя. Так, вода. Вода — это крокодилы. Тихо, не шуми. Ничего не выпало, да ладно. Так, 12 патронов, нормально, крокодила. А нет, все-таки что-то выпало. Опа, пришло. Ага, вижу, 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 вижу. Да ты не офигела, алло? Тут и на него, блин, снайперы грёбаные. А это мотылёк или что это? Точно, мотылёк упал в воду и кувыркается. Так, ничего взять нельзя. Вылазим. Это гребаная деревня здоровая, елки-моталки. Сейчас он будет тут весело. Так, 5 патронов есть. У тебя сколько там? 110. Плюс яйцо. Ладно, был маленький. Опа, надо одно съесть. Ну, уже лучше, все равно лучше, чем было. 5 контрольная точка. Этих контрольных точек 100 штук. Так, мини. Иди. Клондайк. Бери. Окей. Бери. Окей. Соединишь? Дай траву. Не хочет. Дай траву, говорит. Должок. Да все отдай-то, елки-палки. Спасибо. За мной должок. Спасибо. Дай траву. Держи. Дай коноплю, говорит. Спасибо, партнер. Дай яйцо. Держи. Дай яйцо. Держи. Блин, эти манипуляции приходится проводить. Так. В эту хибаршу зайти нельзя, а можно. Только мне вот. А не, что-то есть. Отбери. Окей. Это я возьму. Так, тут ничего, все, пошли дальше. Сейчас это будет серьезная движуха, так что. Пока не началось, можно пособирать. Отбери. Ясно. Магнум. Так, патрон для магнума. Это уже интересно. Магнум, стал быть, где-то на этой карте должен быть. Ясно.
Так, тут ничего наверху нет. Спрыгиваем. Ну, или так. Давай я поставлю на место, потому что мне придется тут бегать, то что это самое. Так, костер, говоришь. Где маглом? Не подскажете? Молодые люди. Ой, нет, началось. Ой-ой-ой. Блин, ну ладно. Быстро, 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 давайте в кибитку влазь. Я их слышу, они где-то здесь. Угу, нормально. О, понеслись уже, уроды. Инки-бунга. Ох, этот здоровый пыль. Перезайдись, пока есть время. Так, куда ты в меня стреляешь, ты дурочка. Так, хорошо. Подходи. Да блин, что ты так долго стреляешь? Да ты можешь хоть кого-то убить, идиотка? Так, надо убегать отсюда, пока я еще живой. Если они меня, конечно, выпустят. Да слазь, нахрен тебе эта лестница. Да подвигайся. Ой, совсем хреново. Надо еще побегать, потому что я не верен, где дробовик есть. В смысле, этот магнум. Угу. А, он, кстати, магнум валяется, отлично. Да бляха, нет места, как... Придется гранатомет использовать. Потому что... Вот. Не того, конечно, шмальнул, да ладно. Отбери. Отвали. Ну что ты смотришь на него, стоишь? Ясно. Перезарядка. Перезарядка. Бери. Ясно. Бери. Ясно. Ты в порядке? Молодец. Наконец-таки мы полечились все-таки. Все, давай, 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 двигайся, двигайся, двигайся. Мы все еще по-прежнему бегаем, слышу там. Так, надо крутить, говоришь, да? Ты крути, дурочка. Какому мосту? О!
На тебе. Вот и все. Тоже мне сюда. Так, молодец. Пойдем, синенький, пойдем. Блин, давай, не ту кнопку нажимаю, стой. Спасибо, партнер. На тебе. Отлично. Да знаю. Живой? Ну ты вот... Наконец-то! Возьми с полки пирожок. Чё это? Моё. Так, все перезаряжено? Отлично. У меня патрон, кстати, кончается, блин. Скип, блин. Давай, к мосту. Все, теперь она может уже нормально тут работать. Куда нам надо, кстати? А, сюда. Ясно. Сейчас надо посмотреть здесь. Вот это там толком здесь я не посмотрел, что здесь было. Вот, как, например, вот это вот. Заберем патроны. Магнум. Отлично. Пригодится. Однозначно. В любом. Так, я вижу, там он еще. Ох, блин, это что я того убил с гранатомета, не подобрал. Правильно? Конечно. Сапфирчик, это деньги. А тут наверху ничего нет, все хорошо. Помню, я все тут облазил, что пошли к мосту. Так, мне надо что-то зафиксировать, я так понимаю. Где-то. Ага, не успела. Угу. Куриное яйцо. Так, ага. Наверх. Ну и... О! Сколько уже? Уже неплохо, 9 патронов. Мне надо к механизму добраться, я так понимаю. Потому что это же держит на рычаг. Я сначала, конечно, все подбираю. Неразумно. Неразумно идти куда-то без хорошего лута. Какой-то документ. Бла-бла-бла. Давай, никак нет. Ах ты, сучка. Давай, никак нет. Никак нет, говоришь. Блин. Ладно, она сейчас вернется. О, как нам выше или ниже? Наверное, скорее всего, ниже надо сейчас. Пока передышка, можно подобрать всякую фигню. О, кстати, сюда можно перепрыгнуть. Поживиться еще немножко. Сколько у нас денег? О, 4000 уже, отлично. В смысле, ехать и без нее, что ли? Угу, без нее никуда не уедем. Да-да-да, все. А там уже бедняга, наверное, устала держать эту хрень. Так, вот.
А, тут оказывается все просто. Опа. Ты в курсе, чуть по носу не получила с ноги, блин. Подбери. А что я могу еще и дать? Вот, наверное, все патроны отдам мне. За мной должок. Наш всякий пожарный. Пошли давай. Ну что там за пещера, кстати говоря? О. Золотая маска, отлично. Денежка. Забегай. Канатная дорога, да ладно. Вот, все, на А даже. Ранг А. По времени, конечно. Хреновенько. Так, сокровища. Ух, сколько у меня денег будет сейчас. Продать. Да, еще разочек. Ох, нехило. Жучков целая куча. Хороший уровень, его нужно переигрывать несколько раз. И получать здесь очень много денег. Уже 22 тысячи, класс. Сейчас еще масочку с баром. Еще 4 косаря, отлично. Так, возвращаемся к нашим баранам, значит. У нее можно что-то улучшить? О, есть 90. Отлично, единичка. Ух, все максимально, да? Отлично. Так, теперь емкость магазина. Вот. Ни хрена уже. 90 патронов. А, сотка. Так, денег. Денег нет. А, все уже нельзя. Ну, бронебойность, конечно. Денег у меня не есть. Но надо уже себе что-то сделать. А то я ей накидался деньги. Так. Хотя бы да. Так, 2000, о, 2600 будет емкость магазина на сок. На один патрон только по 500. Ну, неплохо, неплохо. Наверное, все-таки я пойду в количество патронов. Ну, 12 уже. Так, все, да? Лимит. У вас не хватает денег. Хорошо, что не хватает. Так, магнум. Сколько у него? Ох, ни хрена. Вот это у него убойность. 2000, понятно, не хватает. Бронебойность даже есть. Повышает бронебойность. Отлично. Так, яйца скидываем. Куда продать? Алло, назад. Вот, удалить. Это мне на черный день. Так, это пускай будет. Это тоже не будем трогать. Так, магну я скину пока. Не знаю, надо мне, не надо. Надо, не надо. Надо, не надо. Фики узнает. Фики узнает. Места у меня очень мало. Короче, хорош. Пособираем патроны. Не так. Дробовик и это. Так, вот у нее, конечно, да. Что-то мигаешь купить. Пистолетик вот этот вот. 4000. Наверняка он будет лучше, чем недаром его дали. Так, магнум. И ракетомет. 10 косарей. Ни хрена себе. Да ладно, что там еще есть? Шокер.
Ну неплохо, но у меня на него денег нет. Шокер. Так, бронежилет я купила, вот у меня, кстати, валяется. Не вижу мне никакого смысла, если бы он давал еще это вот, как это, прибавку. А он наоборот только слот занимает. Нафиг он нужен? Не вижу мне никакого смысла продать его, наверное, нафиг, да и все. Сколько он там? Классно. Так, готово, пошли. Место казни. Глава 3, часть 2. Пать, вот. Так, пошло дело. Да, как нет своего оружия, получается, они дают такие патроны. Крокодильчик. Бешеные какие-то. Чего? Ага. Одних можно по одному убить? Блин, это долбаные текстуры не простреливающиеся. Вот, блядь. Да ладно, он все еще живой. Ну. Ну, вот это другое дело. Ух, хорошо попал. Пэт, это тебе взрывчатка, тебе не игрушка. Опа. Так, подбираем. О. Ясно. Это я возьму. Она подобрала патроны. Я ж только что тебе дал специально. Что тут на этой площадочке есть? Ничего. Ну, откуда стреляет? Да блин. Урод, ты что делаешь? Бульк? Крокодил. Корми крокодила. О, молодец. Ой, ёлки зеленые. До свидания. Корми. Держи. До свидания. Так, вроде как всех раскидали. Ну и почти. Ага, все, теперь точно всех.
Что у нас тут есть? Ни черта нету. Надо кнопочку нажать. Закрыто с другой стороны. Так, а что теперь делать? Выставить в кнопочку? Нет, кнопочку нажать надо. Что там, что-то... А, вон, вижу плот. Есть плот. И... Кто крутить должен? А, вон колесо есть, кстати, да. Не туда пошел. К сожалению, да ладно. Давай. Давай. Ясно. Ты на плот, а я к рычагу. Ты на плот, а я к рычагу. Хорошо. Давай, вставай. Блин, долго бегать здесь. Еще пока разберешься, куда что делать. Спрыгивай давай же. Я ставлю. Ты там поосторожнее. Это вообще крокодил как бы в воде. Ничего. Твою ж... Я вроде как успел, ну да. Но не успел. Кто не успел, тот опоздал. Ладно, опять все сначала. Ты на плот, а я к рычагу. Хорошо, хоть здесь автосейф. Я ставлю. Ты там поосторожнее. Да-да-да. Я вот держу кнопки на этих. Надеюсь, комбинация не будет меняться. Угу. Да блин! Случайно на F нажал, блин. Да твою ж. Надо пальцы не убирать, короче. Сейчас и кнопок. Да и сидела. Угу. Еще раз. Крути, крути быстрее. Блин, я уже думал, что все, но нет. На тебе. Снимай, снимай, снимай эту хрень. Погнали. Так, а крокодил-то уже живой. Да фиг с ним. Контрольная точка есть. Все, пошли. Ух ты! Вот это номер. То есть разбиваешь костерчики, там может быть рубички. А да, вижу даже блестит. О, хорошо, денежка мне надо, мне надо себя апгрейдить немножко. Пистолет. Или купить тот новый, или этот продолжать скачать. Даже вот не знаю, что лучше. Чем-то мне напомнит генокризис какой-то. Они же нас финансируют. Какого черта они тут забыли? Это подстава, братан. Опа, она где-то монетка нашла. То есть это на небе. Хорошо. А то я не видел, что тебе даже что-то. Опа, змея. Ага, яйцо. О, самолёк. Там черта нет.
Здесь тоже. Ничего нет, вот бочка есть. Это мне. Так, о, птичка хорошая. Бери. Ясно. Держи ее, не трать. Все, выходи, короче говоря. Так, какой-то полевой госпиталь. Огонь. Кирпичи что-то. Опа, гранатка. Давай сюда. Спасибо за яйцо. Вот так-то. Вот так-то. Так. Сюда нас не пустят. Похоже, мы добрались до Браво. Да. И похоже на этот раз Ирвин от нас не уйдет. Думаю, она не собирался никуда уходить. Может, этот Ирвин. Выходим. О. Смотри, это Ирвин. Это он, да, упырь этот. Упал. Прокачалась. А ну пальцы свои несу, не ага, да. Что у нас? Ой, что случилось? Вот так. Американцы. Такое ощущение, как будто он так говорит. Так, ты что-то сдох? А, молодец. Так, нам наверху тут ничего не обломится? Походу, что нет. Ты смотри на него, блин. Блин. Так что, граната есть? Нету. Давайте винтовочка какая-то щелкнем разочек. Мало. А два самый раз. Ничего еще не дал, козел. Показалось, что там коробка какая-то лежит, но нет. Вылезем, осмотримся, что тут можно скоммунизить, например. Так, рычажочек. Ага. Нам туда. О, ты патрончики подобрала. Молодец. Молодец. Не-не-не. Рано. Рано, говоришь. Бочки. Походить надо, посмотреть. Так здесь не пройдешь. Наверх поднимемся. Вот, бочечка, отлично. Гранаточка, хорошо. Крутим. Так. О.
Как я люблю, когда ты меня все время стреляешь. Без толку причем. Не успел. Пахнет его. Отлично. Перезарядимся. О, еще гранатка. Еще одну площадочку. Ага, я понял. Теперь нам надо выключать эти, чтобы огонь, чтобы проходить дальше. Ясно. Ничего сложного. Так, ну тогда и поехали раз сюда, чего ж там. Ну, зубные бочки там подсобираем. Ох ты ж твою. Вот кого-кого тебя я не ожидал бы здесь увидеть. Только этого нам не хватало. Это точно. Он сюда залезет или нет? Так, твою ж беги. Да что такое, развернись, бляха-муха. Ох, твоя башка. На тебе. Я там винтовочку покачал, ты ж кушай. Давай, 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 давай. На тебе еще разочек. Ой, а ты меня-то за что? Так, патронов сколько есть? 7 еще хватает. Вот это круто. Ну что-то мне дашь, а? Змейка. Просто не хотелось еще раз там бегать. Нормально получилось. Почти ничего не потратил. Ну, конечно, аптечку хорошую потратил, ну да ладно. Так, еще огонь перекрылся, отлично. Я видел, бочечка тут валялась. О, это тебе. Это снова тебе. Так, нам вот сюда надо... А, нет, сюда я уже был. Где? А, вот здесь. Другую площадочку. Винтовка, конечно, хорошо помогает. Если бы не было винтовки, я не знаю, что бы я делал. Так, надеюсь, еще здесь без этого не прибежит. Да, издеваюсь, действительно. Так, последний огонек. Все, отлично. Блин, а дверь-то я не заметил. Вот это номер. Бляха, смуха опять. Как ты так промазал-то? О, спасибо.
Спасибо, еще можешь, еще рожочек можешь дать. Ты сдохнешь когда-нибудь или нет? На патроны как бы качается. Открывай, открывай, давай. Избиение младенца, блин. Да. Последние патроны. А что ж ты будешь делать? А, наконец-то. Последний выстрел. Проходим, не стесняемся. Так, тут уже, по-моему, все обшарено. Да, много-много на него патронов надо, я бы даже сказал, даже слишком много. О. Ох, прямо сэкономили столько патронов. Спасибо большое. Ой-ой-ой. Ну, молодец. Вот этот прям как раз для тебя. Моё. По-любому моё. Ты все равно гранатами не имеешь пользу уже говорил не один раз, так что открывай. Давай. Ясно. Открывай. О, нет. Замкнутые пространства. Не люблю я их. Опять бензопила, наверное. У меня столько патронов нет. Так, вспышка есть одна и граната зажигательная. Да, не густо. Дробовик слабенький очень. Ой. Джош. Жива? Ты жив? Ты в порядке? Что? Как ты тут оказался? Мы были в порту, на нас напали. А ничего, что ты темнее, чем она. Здесь. А где моя группа? Она больше похожа на это. Черт. Нас теперь только трое. Почему вы не ушли? Лапка, этот именно мега. Мы же с ними не справимся. У меня осталось одно дело. На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду, пока не найду Ирвина и не выясню, что тут творится. Опа. Ладно, слышь, потом поболтаем. Кама, ну-ка вы болтали, да. Тут безумный какой-то, не надо. О, вот по-нашему, по-грузински. Ух. Так это что, его прикрывать не надо? Да ладно. Прикройте меня, пока я вскрою замок лифта. Лежать.
молодцы, но все равно смотрите в оба. Их тут еще много. Ух ты, блин. Да-да-да-да-да, бери-бери-бери. Все шили лезут. Есть, готово. Вы двое в лифте. Живо. Давай, давай, залазь еще. Особое приглашение. Тут, блин, столько всего осталось, ты видишь. Особое приглашение. Как пройти туда? Блин, не пускаю, да ладно. Там бочки стоят. Как туда попасть? Тут закрыто. Вон же бочки стоят, блин. Вам особое приглашение надо? Бегом! Ай, это самое. Короче, нас сюда не пустят, ладно. Заходим тогда. Так, все. Ага. Патиканама. Черт возьми, когда же они кончатся? Опа. Расстрелялся. Промахнулся, ты что, прикол тянешь? Как ты мог промахнуться? Ой. Эй, Шера, ты где? Не, тебе я не дам. А, блин. У тебя свое оружие есть. Ясно. Так, это мина, это хорошо. Можно будет против это бензопильщика ставить. Сволочь. Я тебе. Ох ты ж, сволочь. Сзади ничего нет? Ничего. Иди, ага, давай. Проклятие. Тут что, все закрыто? Да, конечно. Оп, мои. Да перезарядись ты, что ли? Ай, геморрой, ты. Но я постараюсь. Старайся. А, чтоб ты не здоров. Простите, козлы. Вы двое принимайте бой. Отойди, блин. Ой, а как они? Где получше гранату поставить? Наверное, здесь наверху. Ты там еще. Окей.
прыгни. Да твою ж отойдите. Откуда он взялся, я не понял. А, понятно. Он напарника зарубал, а не меня. Ну ладно. Плюньте на них, говорит. Сокровища, давай, продадим. Возможно, еще даже прокачать. И все, а вот рубинчики. Ну, так сколько денег? Так, улучшить мощность. Так, сколько оно стоит? А, мне много денег. Отлично, 2. 2 и 3. Дорого, блин, дорого, дорого, дорого. Емкость сколько? 20. Лучше я накидаю патронов. 25 штук, нехило. Сколько можно вообще прокачать? 30 уже? Да ладно, блин. Чё? А. Ну давайте тогда этой накинем нашей напарнице. Пускай тоже много будет патронов. Тем более, что недорого стоит. Здесь... около 100 патронов, что ли, в бою будет? Так, ну 4000 не дам я тебе. Так, автомат что-то можно с ним сделать? Так, максимальное улучшение, понятно. Емкость магазина. Сейчас невозможно. Хорошо. Так, снайпа. 2000. С 9 до 10.05. Емкость магазина. Все такое хорошее и вкусное. Может все-таки качнуть мощу. Ах, денег не хватает. Качнешь, да. Ну тогда вернемся к нашим баранам. Хочется, ага. Хочется, конечно, и колется. Так, давай. Хорошо. Раз дробовик прогоним. А теперь снайпу увеличим. Мощность. Так, и на емкость, конечно же, не хватает. Нет. Бей, живей! Имени факана. Ой, ну зачем? Ну, плохо. Это я же. О, хорошо, молодцы. Не кисло, не кисло. Патронов довольно-таки много. Может действительно проигнорировать этого балбеса? И свалить отсюда. Ничего мне не дадут эти уроды. Нормально тут убивать его. Проклятие! Тут что, все закрыто? Именно так. Ты работай, работай. А, геморрой тут еще будет. Но я постараюсь. Старайся, старайся. Нет, опять эти козлы. Да, всегда согласен. А куда эта граната вообще полетела? Thank you.
Отойди ж ты! Так где она там, ее башка? Люди, вы на них! Бегом сюда! А что за блин? Бляха-муха. В смысле? Короче, по-моему, это бесполезно. Не с этим оружием. Надо винтовку еще больше качать, чтобы не прям бошку простреливал, чтобы уже мозги улетали с обратной стороны. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не поздно. Я поищу, как нам выбраться отсюда. Отлично. А мы за Ирвином. Хорошо, окей. Так. Там впереди доки. Скорее всего, туда он и направился. Логично. Джош, будь осторожен. Пойдем быстрее. Окей. Так, под это поднабрали патрончиков. О, теперь я здесь могу ходить. Так, это мои патроны. Так, сюда по-прежнему нельзя, но там, в принципе, и плевать, это ничего и не было и не будет. Так, а вот и кораблик. Это катер Ирвина. Вперед! И зарядимся сразу же. Так, подозрительно. Закрыто. Понятно, что туда идем. Опа, бочку. Бочку сразу открываем. Это мне. И еще бочечка. Это опять мне. Лодочка. Так, закрыто. Хорошо. В смысле, плохо. А что там внутри? Что-то? Никого. Лодки стоят. Естественно, нас сюда не пускают. Ладно, пошли назад. А что это со мной не пошла? А. Она катсцену ждет, что ли? Или еще какое-то событие? Ладно. Стой, жди. Нет, ничего не ждет. Вот, и зачем я сюда спрятал? А, за бочкой. Походу, здесь должен был убегать. Убегать, точнее говоря.
большей части отбегаем постоянно. Так, гранатка-то мне. Еще патрон. Чеки, блин, скорее заставка пошла. Вон она. Постой, это же... Правильно, я так и остановился. О, началось. Живо, ты меня слышишь? Я нашел лодку. Я на другом конце доков. Бегом сюда. Окей, окей. Ой, не люблю время. Сначала что-то подобрать. Да ладно, тут ни хрена нету. Куле-муле, давай, двигайся. О, да, ящики, что в ящике. Золото. Ну, нормально. Вот. Да нормально, все, сейчас прибегу вниз с это самое. Давай. Тут ничего. Взрывается. Перезрывается. Двигайся. Открывай. Пробиваемый урод. Да, не успел. Магнум бы, конечно, сюда, ну да ладно. Да бегу, блин, бегу. Да какого, что там происходит? А там веревка была. Я его не заметил. Бог поможет, давай. Ну чё? Ага, быстро, нормально. Времени нет. Вышечка навернется сейчас, как рванет. Все, вот и нет завода. Все, прошли эту часть. Так, главу. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.